вы откуда сам? Из Москвы. У нас план сейчас снять, арендовать маршрутку. Молодежь села пей. Откуда здесь столько хипстеров вообще в Махачкале? Творческая молодежь. Какой-то трэш, помойки, типа, все это разливается, бордюры, по которым невозможно пройти. Смотри, общественное пространство. Внезапно. Не, ну здесь красиво, да. Очень. Такая набережная. И здесь у нас знаменитый махачкалинский самострой. Каждый лепит во что гораст. Друзья, всем привет! На часах 6:45 утра, и мы едем в аэропорт. В аэропорт мы едем не просто так, потому что мы с Максимом летим в Махачкалу, Дагестан. Это такой, знаешь, позитивный с утра, и такой энергичный, аж противно, знаешь, просто хочется выйти из машины. Не-н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 е-
У нас, кстати, первая проблема, ну как проблема, это не проблема, но Максим забыл, точнее, решил не брать документы и погулять по Махачкале без паспорта. Посмотрим, далеко ли он уйдет. Женщина на красный, так, да. Слушайте, реально стало меньше Приор. Да и город стал почище, ну или мы... Город стал намного чище. Или мы... Стало там... меньше Приор. Первая полиция, которая проезжает мимо. Сейчас они так думают, блин, останавливаться нет, ну, по идее, надо, потому что что-то вообще не то, кто это идет. Общественный транспорт представлен вот маршруточками. Кстати, интересно, у них появился есть хоть что-то похожее на нормальный общественный транспорт. Так, что, правовой центр. Ты уже телефон адвоката себе ищешь, правильно, Максим? И, конечно, маршрутки, Даг автосервис, поехал. Смотри. Мертвые таксисты, то есть. Да-да-да. Кто здесь парковался под знаком? Их всех вздернули на дыбу. Не, пока все хорошо. Я просто помню, что несколько лет назад, когда я гулял по Махачкале, каждую минуту подходили. Ни один полицейский не проходил просто мимо. Потому что, ну, человек с камеры, который ходит по Махачкале, с большой, он вызывал подозрения. А сейчас вот еще раз, ребят, посмотрите на Кира. Смотри. Да, просто красавец наш, красавец-мужчина. А ты понимаешь, что если вот мы будем идти, и тебе крикнем, Кир, беги к нам, и ты побежишь вот в этом, тебя просто подстрелят. А плитка это ее будут еще докладывать? Куда? Или уже не надо? Сразу же первый аттракцион в дагестанском парке, это ударь грушу. Ударь грушу. Зара. Ты думаешь, это настоящий магазин Зара? Не. Не-не-не, ты чё, Зара, нет. Можно вопросик вам? Пожалуйста. Где лучший шашлык в Махачкале? У меня. Не, ну мы знаем, что вы лучше всего готовите. Какие проблемы есть в городе? Проблемы? Проблемы, да. Ну, жалуйтесь, на что? Все хорошо. Для меня никак. Чисто, удобный транспорт, прекрасный город в Махачкале. Мне нравится, видишь, так, кто-то припарковал маршрутку. Мерседес, смотри, стоит. Это, я думаю, это принадлежит одному и тому же человеку. Такой вот красивый парк. И по парку уже идет патруль, он в бронежилетах с автоматами. Вот они точно должны Кира сейчас проверить. Кир. Здрасте. Кир, просто я побоялись. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Слушай, ты просто похож на какого-то большого начальника. Ты начальник всего Дагестана похож, выглядишь так. С сердечным стимулятором на сердце, таким выносным. Ой, смотри, я сколько скворечников не видел уже. Скворечник так еще в Советском Союзе его сюда прикрутили. А девушки тут в поддельной Баленсиаге все ходят. Кстати, по такой жаре, вот в этих вот китайских пластиковых поддельных кроссовках, я представляю, что там у него внутри творится, в ногах. Знаешь, за что они весят по килограмму? Да. Ну это я так, тебе на всякий случай. Ну, чтобы накачаться? Не-не, да. Самый популярный махачкалинский. Ну, повсюду, то есть, это как урны, да, и около каждой лавочки, ну, человек сидит, ему хочется ударить, он сейчас посмотрит. Ну, просто, знаешь, представляешь, душа. Подожди, у них у всех рекорд 900-950. Редкое явление, махачкалинский троллейбус, практически не осталось. Стоянка маршруток, вот это вот настоящий транспорт. Так, мы наконец-таки дошли до еды. Мы пришли в какое-то модное заведение, такое вообще очень необычная дагестанская кухня, называется Хинкал Brothers. Чтобы вы понимали, хинкал аварский, кукурузный, умыкский,
Лакский. 32 вида. Лезгинский, 32 вида хинкала, все еще с разным там мясом. Да, ну и само заведение так классно выглядит. Здесь такой остатки какой-то сталинской, вот сталинской архитектуры. Не очень уместно это сделать в своей веранде, но когда она разбирается, все нормально. Но внутри, ребята, это просто невероятно. Ты не понимаешь, ты когда ешь это чудо, ты знаешь, ты прощаешь, простить можно все. Да. Понимаешь, даже если здесь будут сидеть на корточках. Когда будете покупать чудо, добавьте на него. Он не добавил, ну... Да, аджику. Аджику сверху добавьте. Аджику добавьте и сметану вместе, все такую в трубочку заверните. И так... И такое подпение ангелов, просто забейте себе в рот. Обратите внимание, то, что здесь пошла какая-то такая вот мода на какие-то хипстерские заведения, такой дизайн, то есть какая-то кофейня с каким-то современным логотипом, то есть что-то прям меняется. Откуда здесь столько хипстеров вообще в Махачкале? Творческая молодежь. А Хабиб в курсе, что у вас тут творческая молодежь? А что, Хабиб против творческой молодежи? Говорят, да, нет? Да нет. Нормально? Нормально, все нормально. А ты владелец? Да, я владелец. И ты переделываешь ее? Слушай, офигеть. Слушайте, прямо какой-то, я не знаю, что происходит в Махачкале, откуда здесь столько хипстеров. Смотри, как, чувак, ты не видел, ты все пропустил, как он парковался здесь. Он запарковался так, чтобы не въехать, короче, это очень серьезно, с такими чудесами эквилибристики. Тут вот эта махачкалинская помоечка, она еще держится, да, то есть вот рядом хипстерские места, и здесь же какой-то трэш, помойки, типа, все это разливается, бордюры, по которым невозможно пройти. Мир люстр. Мир штор. Однажды махачкалинец открыл магазин и назвал его без приставки «Мир», «Вселенная» или «Планета», и к нему никто не зашел. Посмотри, такие вот интерьеры стали. Да. От какого-то такого вот цыганского барокко они перешли, ну, к таким современным стилям интерьера. Да, Махачкала меняется. Как похорошела Махачкала при Сергее Собянине. Похорошела Махачкала, я так направо так взглянул. Направо, и такой, знаешь, да. Сразу же, знаешь, ты... Не, вернула назад. Это должно быть. Вообще в Махачкале огромная проблема с бытовым мусором, и вот, судя по всему, она до сих пор не очень решается. Пока визуально меньше, чем было несколько лет назад, но все равно вот мы с вами видим там на другой стороне, вот здесь какие-то эти урны, все это переполнено. В общем, грустно. Направо. Вот это да. Знаешь, родилась новая шутка. Однажды махачкалинец тронулся без пробуксов. Его лишили прав. Да, пойдемте кофе выпьем в кофейне. Я вам расскажу про Хабиба, про хипстеров. Да, давай, хорошо. Так, ребят. У вас какая-то мысль есть про ситуацию с Хабибом по всей концертной тишине? По поводу Хабиба, что я думаю? Учитывая то, что он стал кумиром молодежи, да, он начинает свои представления там, о том, что такое хорошо, что такое плохо, транслировать в умы молодежи. Это не совсем правильно, потому что у нас все-таки там светское государство, и там не ему решать, какие концерты запрещать, какие разрешать. Ну, все-таки он... Ну, кто он такой, чтобы запрещать какие-то концерты или устнуки, да, накалять вот так вот, таким способом обстановку. И, на мой взгляд, ни к чему хорошему это не приведет. К нам ходит, на самом деле, вот творческая молодежь, среди них есть разные ребята. Я, девчата с розовыми волосами, с ними волосами, наравне с ними ходят и спортсмены. Нету такого столкновения, чтобы они вот прям говорят, вот вы там такие не подходят. Не, ну хорошо, так видишь, вот ты разбираешься. Даже есть спортсмены, которые ходят в такие места, своим примером, хорошим примером показывают, что вот каким должен быть там дагестанец. Окей, если дагестанец покрасил волосы там в розовый цвет и будет ходить парень, к нему будет вопрос? Будут. Я не буду говорить, что нет, не будет. Это было бы слишком так наивно. Ну его побьют или что? Опять-таки, я не знаю. Не уверен. Нет, ну смотри, бывают разные люди на самом деле. Вот Махачкала, миллионный город. Да. Конечно, есть разные люди, я не могу однозначно сказать. Ну, смотри, я тебе могу точно сказать, что если ты... Я не побью. Да нет, если ты покрасишь в розовый цвет свои волосы и будешь ходить по Москве, тебя вообще ни в одном районе Москвы никто пальцами, на тебя никто не посмотрит. Возьми Турцию. Если ты в Стамбуле будешь с розовыми волосами ходить, тебе, наверное, никто ничего не скажет. Но зайди с этими розовыми волосами, любой там стамбульский малый городок, то, извини меня, на тебя все равно будут тоже смотреть. Это твоя вторая кофейня. Ну, точнее, первая. Слушай, ну что, как классно. Да я не знаю, что как все. Слушай, это прямо я Кемекс, да? Завариваете. То есть, подожди, это первое заведение, которое вы не скопировали, а придумали сами. Придумали сами и еще умудрились продать. И вот так вот идем между машин. Как здесь пройти с коляской, вообще непонятно.
Ну, завтра будем с мэром говорить, что у нас с парковками делать. Погоди! Подожди! Что это такое? Вы видели? Мечеть. Это не мечеть. Это дом чей-то. Я, кстати, думал, неужели на стадионе не будет автомойки? Автомойка есть. Красивое здание, в котором у нас сейчас находится как раз вот управление МВД по Махачкале. Вот. Единственная вот проблема, они опять зачем-то вставили на свое красивое здание кондиционеры. Смотри, общественное пространство. Внезапно. Я вообще не понимаю, как, вот как центр Махачкалы привести в порядок без бульдозера. То есть здесь настолько в нулевые, в 90-е, настолько все вот это вот они переделали, перестроили. И теперь какая-то невероятная мешанина стилей, самостроя. При этом все такое очень низкокачественное. Какая-то новая улица, я вот ее не видел. Неужели в Махачкале начали делать общественное пространство? Слушай, ты понимаешь, это такие качели, туда можно ребенка повесить, и он там будет до вечера висеть, пока ты его не снимешь. Человек занят тем, что отмеряет каждому 50 сантиметров туалетной бумаги, чтобы никто, не дай бог, больше не взял и не подорвал бизнес туалетный. Объявление. Материнский капитал и продажа частного дома. Кто хочет набрать, вес? Молочный коктейль в месяц до 5-6 килограмм поправляешься. Нормальное объявление. Высота вот тут ровно, 1,90 м где-то. О, кстати. Внезапно. Городской пляж, я кстати, вот не уверен, что вот эти вот все кафе, они законны. Потому что вот так вот близко к воде вообще строить нельзя. А почему нельзя? По закону там водоохранная там зона, нельзя у воды так прямо строить. Море. Да. Запах такой, конечно. Но это водоросли гниют. Крепенькие, да? Загадка, друзья. Вопрос, что, где, когда. Как здесь можно было легально построить отель? При этом построили его недавно. Как можно было перегородить весь берег? Здесь красиво, да. Очень. Такая набережная. Интересно, люди, да? Неграмотный. Говно пишется через О. Друзья, запомните, не будьте как вот этот человек. Птичку похоже, да? Да. Ну, так мило, какие на покрышке вон лежат. Народ, он среди мусора. Такой переход любви, но засанный. Навеки дружбы. Ильяс, Джама. Опять. Слушай, я начал переживать, что здесь нет этой груши боксерской. Но все на месте. Слушай, мы вышли на площадь, и я не вижу ни одной вот этой вот гири. О, все, не, вижу, вон она стоит. Я начинаю переживать. Ты испугался, да? Я испугался, я думал, неужели мы уже вышли? Может, мы уже не в Дагестане? Нет. Представляешь, к мэру заходишь. У него в кабинете. В кабинете груша. Слушай, я уверен, у мэра Махачкалы в кабинете стоит вот эта вот груша, потому что иначе, а как все поймут, что он мэр Махачкалы? Ремонт холодильник. Один человек просто не стал заморачиваться, он думал, мир натяжных потолков, но потом решил всех обыграть и назвал натяжные потолки мир. Слушай, ну, конечно, дворцы тут они, да. Самострой, какие-то башни, каждый лепит во что гораст. Так как со вкусом здесь не у всех хорошо, то получаются такие странные вещи. Меня всегда удивляли вот эти вот люди на приорах с орущей какой-то музыкой, совершенно невменяемой, которые так вот выглядывают из окна и смотрят на реакцию окружающих. Вот они что хотят услышать? Друзья, это Шамиль. Шамиль, он второй человек в Дагестане вообще, потому что я правильно говорю? На самом деле приличный, хорошо воспитанный человек. Он сделал такую резервацию. Это закрытая зона. Секретное место для дагестанских хипстеров, где они не подвергаются преследованиям, где они могут спокойно пить смузи. Это как бы вообще первый дом Расула Гамзатова. Был писатель очень известный. Ему вообще в 84-м году построили новый дом, и он туда переехал. И этот дом, как старый дом, просто заброшен. Здесь никто не жил. Вообще у меня есть друг Мурат Калаев и Расул Паркоев, и они летом приехали и такие,
надо что-то сделать для Махачкалы. Клевое место, где можно собраться. Мурат – это человек, который держит в Москве дагестанскую лавку. Мурат и Расул, да. Ну, они... короче, главный дагестанец Москвы. Да. Можно так сказать про него. Да. И мы вообще изначально решили как бы в основной дом. 2-3 месяца сами пахали, как бы приводили вы все в порядок. Вы сами это все сделали? Да, конечно. Давай посмотрим. Здесь у нас дворик. А, это мы взяли это катушки деревянные катушки, которые... Высоководные кабеля, которые... Ну, они бесплатно, как бы. Там кто-то подарил там плитку, ну, кирпич. Веранды здесь не было. Мы вот сделали только вот эту веранду, а все остальное, в принципе, особо ничего не трогали. У нас нет официантов, нету меню, как бы. Любой желающий может просто прийти, посидеть. А ну, можно просто вот прийти, посидеть, никто меня не выгонит отсюда. Да. Могу посидеть, работать, да. Жить здесь могу. Да. Ночью здесь можно находиться? Ночью нет, 10 часов закрываемся. Здесь у нас бар. Ну, я считаю, это самое клевое, когда проект сам себя зарабатывает, и этим можно дальше восстанавливать, и во благо как бы дома. Туалет, вообще, самое главное. Посмотри, это изюминка, можно сказать. Да. Ну, это вот кафель как раз в советское время. То есть это здесь вот так вот все было? Да. А это, скорее всего, зимой, да? Вот здесь? Да, в основном зимой. Ну, сейчас кондиционера нет, и как бы все хотят, ну, во дворе. Слушай, просто очень круто. Вот нам кто-то вот подарил книги, постоянно приходят люди, которые, ну, хотят избавиться от книг, они приносят нам, чтобы мы здесь поставили. Любой может прийти, поменять на свои книги. Ковер классный. Я просто увлекаюсь коврами. Это именно хунзавский ковер. Здесь еще даже вот печка прям осталась, как было. Вот этот портал очень крутой. Смотришь, прям там батарейка, вот это окно. Ну, пока как складская у нас идет. Все, что потихоньку находим, забираем. А в дальнейшем здесь будет, мы решили сделать как студию художников. Ты главный по хипстерам, да, в Махачкале? Ну, то есть все же у тебя. То есть, вообще мы не хотим вообще никого-то разделять. В этом месте как раз все вместе могут в одной площадке хотя бы встретиться. Мы всем рады. У нас план сейчас снять, арендовать маршрутку. Маршруток здесь много, я уверен, мы найдем отзывчивого водителя. Все, вот они стоят. Здрасте, а кто главный по маршруткам? А? Кто главный по маршруткам? Мы хотим просто на пару часов арендовать и покататься по городу. У нас просто много. Поехали. Сколько денег? На желтой. Ну, на час 1000 рублей идет. Вы, чтоб нас сейчас обидеть 500? Всех. 500 идет? 3 часа, поехали. Вот, белый. Не, у нас желтый. Желтый, все, все, пойдем. Красота. Молодежь села пей. Это легендарная желтая, не блестящего танкового цвета маршрутка с черными такими ритуальными занавесками. Я с детства мечтал руководить водителем и говорить, куда ехать. Понимаешь, а теперь моя мечта была. Следующая мечта — прокатиться на этой маршрутке по серпантину. Но так, чтобы водитель, значит, одной рукой рулил, другой пил кофе. И еще под плечом был мобильный телефон, чтобы ощущения были максимально. Нагестанские москвичи, нагестанские ингуши, нагестанские кабардинцы, нагестанские дагестанцы, нагестанские все. Это окраины Махачкалы, и здесь у нас знаменитый махачкалинский самострой. Ну, то есть на обычном участке, где раньше, в принципе, был везде частный сектор, он здесь сейчас и есть, и они начинают строить многоквартирные дома. То есть эти дома, они, естественно, все построены незаконно, построены вообще непонятно как. Обратите внимание, что вот забавно, что изначально еще весь этот проект, это был самострой. И люди, которые купили здесь квартиры, они все равно начали себе еще в самострое пристраивать самострой. То есть они все начали пристраивать какие-то балкончики. Вот здесь вот интересно, потому что, насколько я понимаю, здесь нет же никакого контроля. Абсолютно. То есть вот то, что здесь появляется, это общество, люди самоорганизуются, они сами что хотят строить. То есть кто-то на своем участке построил свежее мясо, мельницу, супермаркет, который такой модный. Кто-то не построил вообще ничего, а кто-то посадил голубые ели и рядом построил себе копию Кремлевского дворца. Ты построил себе дворец, но главное, он уже себе высадил голубые ели, как у Кремлевской стены. Рай либертарианца. Каждый делает все, что хочет. Похоже, вот у Букингемского дворца скромнее входная группа. Не, вот это, конечно, контраст. Кто-то вот себе взял и построил, я не знаю, что это такое. Амбар огромный. Не, ну... Кто-то себе дом строит. То есть каждый делает вообще, что хочет. Есть какой-то скромный, очень скромный жилой дом.
И главное, все эти люди, кто себе вот здесь строит дома, они не смогли договориться и сделать себе дорогу. Здесь очень интересная история, да, потому что, ну, по сути, это пригороды, и здесь, ну, всегда был частный сектор, вообще большинство Махачкалы — это такой частный сектор. Но как это часто бывает, когда вся эта история никак не регулируется, за этим не следят, тут возникли какие-то предприимчивые частники, которые на своих участках начали делать многоквартирные дома. Естественно, делать они их начали без всяких там разрешений, согласований, кто во что гораст. Непонятно, как они эти дома начали строить, тут по 5, по 6, есть иногда даже там бывает под 10 этажей они их строят. Все это, конечно, регистрируется как один дом. Потом они в этом доме там продают эти доли, которые в виде квартир, и люди там начинают жить. Это очень дешевое жилье, часто там нет вообще никаких коммуникаций, водопровода, канализации, и полная жесть. Но, тем не менее, очень популярная история, потому что люди приезжают в Махачкалу, город растет, а жить негде. И не у всех есть деньги купить нормальную квартиру, поэтому вот распространена такая история. Здесь как раз вот здесь дом, и тут все такие вот многоквартирные дома. Сколько стоит квартира здесь? Наверное, 17-18 квадрат. 17 тысяч за квадрат? Да. То 17, есть вообще ничего. 17. То есть это кто-то строит большой дом, потом его как квартиру продает? Ну да. У меня, например, пятеро сыновей. Я же должен расселить их. Я же не должен выкинуть их. Да. Я строю уже 3-4 этажа, каждому этажу даю, и все. По 100 квадратов, 80 квадратов отели. Mm-hmm. У них уже по двое детей. Да, ну а здесь как вот срач был, так он и есть. То есть чуть-чуть, конечно, стало почище, но весь этот мусор вдоль обочин никто, конечно, не убирает. Мусорки не ставят, это не ставят. Куда бы выкинуть? Вот в территории километра, посмотрите, ни одной мусорки нету. А да. Куда им выкинуть? Это раньше где-то что-то было, и люди ставят там. Один к одному стоят эти кирпичные коробки. Некоторые почему-то забывают делать окна по какой-то непонятной причине. И все это с каждым годом вот разрастается все активнее и активнее. Здесь, конечно, просто какая-то фантастическая вот эта история с этим самостроем. То есть каждый урывает себе как хочет. Просьба, кто не бросит, бросайте мусор. Кто бросит? То есть все шло хорошо. И шрифт, он вы, смотри. Да, все разлиновал. Все разлиновал. Начал такие вот эти отбивочки, тут бац, и на, сука, попался. Вот кто-то дом себе построил. Ну как дом, опять кто-то многоквартирный самострой. Но с этим, конечно, непонятно, что делать. С одной стороны, это все надо сносить, потому что это незаконно и явно построено с нарушениями там техники безопасности. Вообще не понятно, как там люди живут. С другой стороны, конечно, как только ты заходишь навести порядок, тут надо весь этот поселок, весь район покашивать. Да. Они продолжают строить. То есть странно, почему до сих пор им позволяют это делать. Конечно, эти знаменитые подделки, аптека 36,6, Ашам. Ашам. Ты понимаешь, Максим, что из-за твоих коротких шортиков тебе сейчас здесь каждый второй сигналит и высовывается из машины? Это тебе, тебя узнают, ты чё? Да прекрати, ты чё? Скажи, пожалуйста, как вот человек в таких коротких шортах вот по Махачкале идет. А ничего страшного. Нормально? Нормально. Вас это не оскорбляет? Не оскорбляет. Две мертвых кошки, какая-то лошадь разделана. Нет, да, конечно, с мусором здесь проблема. Вообще не понимаю, как здесь жить. Это какая-то жесть вот с этим самостроем, с этой дорогой. Отовсюду вонь страшная просто стоит, как я, вот, похож на какую-то Африку. Вообще непонятно, как здесь люди живут, потому что, во-первых, какой-то полный хаос с движением. Стали есть какие-то грузовики, пылища, шум, самое все это еще засрано. Тут у многих домов нет канализации, поэтому говно льется просто в эти канавы. Мусор не убирают, и он продолжает лежать, гнить, все это на жаре гниет. Какая-то полнейшая жесть, самострой, каждый что-то лепит себе, строит. Все в пыли, в шуме. Вообще жесть. Это очень похоже на Африку. Вот кто не был в Африке, настоящий. Приезжайте в Махачкалу, в Дагестан, и вот на окраину Махачкалы, и у вас будут все те же самые впечатления. Здесь так сиротливо затесались какие-то такие более-менее легальные дома. Ну, хотя я не уверен, что они легальные. Здесь вообще непонятно, что легальное, что нет. Здесь столько всего налепили. Я не знаю, как здесь ориентироваться. Махачкала у нас стабильна. По крайней мере, на окраине мусор не убирают. Это было раньше очень вкусно. Вот здесь я работала, вот здесь я работала. Вот здесь мне возможно было выходить. Я согласна. Тут очень грязно. Я живу в центре города на 26. У нас еще хуже тут. Еще хуже? Еще хуже тут было. Это неправильно. Здесь, в этом городе, это неправильно. Кто виноват? Центр города.
Все правильно, вот. Никто не убирает. Так, кто... мы ищем, кто... Да подожди, мы ищем, кто виноват. Люди не работают, когда им не платят. Если платили бы, убирали бы. Вовремя. Вы скажите, кто виноват? Откуда я знаю? Вот его снимаете, он вам расскажет, горская. Дома. Кто виноват? Понятно. А вы откуда сам? Из Москвы. Москва. Москва чище, чем это, что ли? Конечно, да вы что? Вы были в Москве? В центре Москвы, может быть, а так, по краям, что чище, чем это Москва? Конечно, чище. Так вот, человек, несмотря на поток машин, все так вот у нас потихонечку хочется перейти быстрее. Мы пойдем на красный? Красный же. Главное, а, все, зеленый. Слушай, какой-то хаос просто происходит. Все куда-то. Блин, скорее бы прыгнуть в нашу маршрутку. Оп. Приехали на рынке. Так, а тут тапочки Versace. Prada есть. Последние, самые модные тапки. Neiman, смотри. А, Neiman, Дубай. Салон связи, как бы, ну, не Apple Store, а Dubai Store. Да, и дальше. Мы идем дальше. И кафе Дубай. Ну, у меня лучше. У тебя лучше? Ну, конечно. У тебя крашеные. Такие крашеные. Это что я? А это что, неестественно? Что? Нет, конечно, желтый цвет не бывает. Смотри, офигеть! Супер! Этот, слушай, ты должен ее купить, надень нормально, подожди. Ты не понимаешь, Максим. Ты просто, ты был рожден для этой шапки. Я тебе отвечаю. Вот это колорита, конечно, я что-то не чувствую. Ну, видишь, все в этих хольставных китайских товарах, оно, конечно... Ну, это уже везде, ну пахнет, смотри, запах. Ну, помнишь Бакинский рынок? А вон там дальше продукты какие-то есть, сейчас, подожди. А, во, кстати, да. Может быть... Колорит-то мы еще ущипнем так немножечко. Ну дайте мне вот эту вкусное под пиво. Шикарно. Шикарно, да? Где вот эту рубеч? А это из чего? А коноплёву никто не делает. Офигеть! А есть миндальный тоже. Ну его надо размешивать с медом, с маслом. Я понял. Ты сейчас с ума сойдешь, Максим. Это совсем другое. Это лен. Это лен, правильно? Лен. Это обалдеть. Ты понял? Да я знаю, это вяжет. Это лен. Ну очень полезно. Детям. Язык прилип. Я не могу говорить. Он вяжет. А можно попробовать у вас что-нибудь? Да, а какой вот не самый соленый? То есть мы огромный кусок вкуснейшего сыра купили за 80 рублей. Урбеч — это просто пища богов. Я не знаю, почему я раньше этого не знал. Откуда будем? Из Москвы. О, и как вам у нас? Красиво, но да. Грязно. Согласен. Что такое? Люди почему хорошие. Грязно? Люди хорошие, особенно местные. Люди хорошие. А это хорошие люди делают? Много слов, много ответов.